Я читаю про концерт, который состоится в июне, 4 июня, да, я так понимаю, что да. С датой уже определились точно. Точно, да? Афиши уже висят. Да, в концертном зале имени Чайковского. Да. И имена все, но это вот то, что сразу вызывает, как бы, опять же, если мы говорим об ассоциациях, ассоциации с фильмами, которым вы писали музыку, то есть с вами. Это Харатьян, это Лев Лещенко, это, конечно же, Михаил Боярский. А хочется сразу спросить, а где молодые? Почему молодежь? Про Ларису Долину вы еще забыли. Лариса Долина, кстати, да. Я вам скажу, молодежи много будет в этом концерте. Будет. Да, просто пока их еще не пишут в афишах, к сожалению. Но будут, я уверен, mm-hmm. будут скоро писать. Потому что это очень талантливые ребята. Это mm-hmm. Ангелина Сергеева, mm-hmm. Лауреат конкурса «Народный артист» в свое время. Она была и в «Голосе» тоже участвовала. Молодая артист, которая со мной, потрясающая совершенно певица. Это и Ланская, как, ну она уже входит в категорию звезд, которая исполнительница... Mm-hmm. Одной из многочисленных Мэри Поппинс, которые у меня идут по стране. Ну, Ланская, это знаете, как вы же в Америке работали, знаете, что такое майнор селебрити. Есть мейджор селебрити, как Долина, есть майнор селебрити. Ну, подождите, чуть-чуть подождите, она еще молодая, чуть-чуть подождите. Это группа талантливейших молодых ребят из «Алых парусов» моего мюзикла, которые тоже будут участвовать в концерте и петь как раз номера из «Алых парусов». Так что я думаю, что много хороших, интересных сюрпризов и встреч будет на этом концерте. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».